про меню нашего оператора. Почему я ему сладкое не даю, почему пиццу не пеку для него. Он у нас на cardiac diet, должен питаться здорово. Выбора нету. Один из его любимых супов – чечевичный суп. Простой суп, но я готовлю очень такой насыщенный суп. И люблю использовать вот такой маленький small green lentils. Такие, люблю эти, но любые, конечно, подойдут. Просто эти, когда варишь, они такую like, форму не теряют. Но какие есть, такие берите. А загустителем для супа употребляю другую чечевицу, красную чечевицу. Тоже очень полезная чечевица. Так что, если под рукой есть, обязательно добавьте. Вот такая она. И варится очень быстро, в течение 5-6 минут. Это тоже будет. И, кстати, уже начала варить зеленую чечевицу, чтобы быстро все сделать, да? Еще делаю очень хороший, насыщенный такой сухарац. Жареный лук со специями. Немножко морковки туда кладу. Из специй беру тюрмерик, куркуму. Карри очень хорошо сочетается с чечевицей вообще в жизни. Зира там тоже есть. Мой самый любимый красный перец. Паста перца. На канале есть «Как готовиться». Томатный соус, совсем немножко соуса употребляю. И обязательно предпочитаю такое масло. Grapeseed oil. Grapeseed, уже знаете, из косточек винограда. Там, если на ярлыке читать, там ни грамма холестерина нету. Non-GMO. И некоторое масло нельзя жарить или варить. Это можно. It says great for baking, great for frying. Anyway, берите хорошее качественное масло, которое можно жарить. Еще что? О, из зелени. Сушеный базилик и кинза сушеная. Немножко свежую... Не пин... No. Не парзли, можно и парзли, петрушку и кинзу. Кинзу тоже можно добавить. Ну, что есть под рукой, свежая зелень, очень хорошо добавляйте. Кажется, все сказала. О, очень маленькое количество potato добавляю, картошку. Можете не добавлять. Все, что любите или не любите, можете добавлять или убавлять. И еще сельдерей, если не ошибаюсь, это тоже добавляю, но в конце. С чего же начнем? Уже начала это варить. Сейчас добавлю картошку, потому что хотим, чтобы картошка тоже сварилась. На маленькие кубики порежу и добавлю в суп. Потом покажу, что дальше. Поскольку чечевица уже почти доварилась, на маленькие кубики порежу, чтобы картошка тоже быстро сварилась. Но красную чечевицу пока не добавляю. И, кстати, если не знали, картошку добавляю для себя. Ему картошку не даю. А из всех супов я выбираю картошку. Это я. А что еще в эту... кастрюльку, ну, сковородку. Немножко масла. Пусть разогреется. 2-3 столовые ложки. Потом ингредиенты и рецепт напишу. И лук обязательно, это не мой выбор, обязательно должна мелко как бы измельчить, чтобы в супе не было видно нашего лука. О, гарлик тоже туда кладу. Очень маленькое количество. Сейчас это измельчу и буду жарить. Тогда уже немножко лук расслабится, добавлю морковку. Терпку искала, нам мелкой терпки.
Натиру, натиру. Пол морковки. И на лук добавлю. Пойдут зелень и специи. Все на вкус. Немножко масла просит. Со мной мои продукты разговаривают. Кстати, если не знали. Еще я варю этот суп соком. Carrot juice, морковным соком. Очень вкусно получается. Но морковка и картошка, они загустители крови. Поэтому не советуют очень много их употреблять диетологи. Зелень добавлю. Базилик очень хороший вкус придает всем супам. Не только этому. И кинза. Кинза, но укроп. Dry bill на английском. Сухой укроп. Сушеный. Несколько минут сварю. И вот эти тоже добавлю. После специй. И, кстати, турмерик, хотя и не спешл, привкус нету, очень полезный антиоксидант. Не знаю, как на русском, но советуют употреблять в повседневной пище. Что и мы делаем. О, люди мои дорогие, черный перец забыла. Черный, красный. Свежемолотый. Обязательно свежемолотый нужно добавлять. Говорят то, что в коробках почти никакого полезного качества уже не имеет. Так говорят. Не диетологи. Сейчас одна хорошая столовая ложка пасты перца и маленькая столовая ложка томатного соуса, или если томатная паста, можете с водой немножко убавлять, разбавлять. Вы знаете, что делать. Если свежие помидоры есть, тоже можно. Сейчас немножко бульон сюда добавлю. Где мой половник? Слово помню, но не помню, куда положила. Полковника нашла. И, кстати, уже можно добавлять красную чечевицу. Сейчас огонь уменьшу, то есть совсем уберу. Полстакана или побольше полстакана. У меня 2 стакана чечевицы, почти 8 стаканов воды. Немножко туда-сюда, ничего не изменится. Нашла. И сразу в супчик. Сейчас немножко смешаю. И весь этот ароматный смесь, или всю смесь, добавлю на суп. И дам свариться еще минут
15. Соль добавлю. О, соль, но. Before соли. Прежде чем добавить соль, я туда сельдерей кусочками добавляю, потом вынимаю. Вынимаю. Он не любит сельдерей, видите ли. Ну, тоже полезный овощ или зелень. Зелень или овощ? Овощ. Цвет у моего супа бледный. Он любит красные супы. Окей. Как любит, так и делаем. Паприку добавлю. Не спайси, не острый, но зато красивый цвет подает и тоже полезное что-то. Специи, да. Сейчас гарлик тоже добавлю. Тоже красиво выглядит, да? Зубчик чеснока стараюсь сломать. Окей. Тоже этим самым маленьким шреддер или зестер натиру. Это сюда. Почти все сварилось, кстати. И сельдерей вот так вот кусочками, на такие огромные кусочки, сразу в суп порежу. И крышку закрою на медленном огне, дам как бы потомиться или томиться. Вкусно пахнет. После чеснока все супы очень вкусно пахнут. Закрою немножко. Сюда уберу, здесь немножко уберусь, соль добавлю, крышку закрою и все. Огонь выключу, то есть. И все, супчик готов. Быстрый, вкусный, полезный. Соль добавлю, выключу и дам отдохнуть. Сварилось где-то 5-7 минут. Смотрите, какая красота. Картошка сварилась, значит, суп готов. Хотя он подумал, я ему что-то сказала, говорит, я. Может, и на вкус попробую. Почему бы и нет? Соли просит. Эта розовая соль очень нежная на вкус. Очень полезная. Кстати. Все. Сейчас дам отдохнуть. И попробую. Только для вас. Супчик готов. В огромной кастрюльке это суп. Сейчас попробую. И еще хочу сказать про еще одно масло, которое жарить нельзя. Cold press extra virgin olive oil. Первого отжима или зажима, не помню, вы говорили, такое масло жарить нельзя, но очень полезное масло с
слово не помню. Изумительно, изумительно полезное масло. Поэтому такое масло уже после варки, да, немножко в супчик кладу, чтобы были витамины. Ищу полковника. Полковник в уме сама себе сказала, вспомни слово полковник и вспомнишь половник. Так что так вот я запоминаю. Такой, видите, какой густой супчик. Угу. Немножко масла туда из огорода, такие нежные, нежная зелень, кинза у меня была, только что выросла. Говорят, хотя бы 1 столовая ложка этого масла нужно употреблять. Говорят, что можно поделать. Времена изменились, люди хотят быть здоровыми. Раньше не так долго, так не думали, да, чтобы быть здоровым. Это очень хорошо сочетать. И, кстати, это мой суп, он зелень не любит. Особенно свежую. Особенно свежую. И знаете, чувствую, хотите, чтобы я хлебушек взяла, намакнула, и вино хотите, чтобы взяла за ваше здоровье. Будьте здоровы, счастливы, питайтесь здорово. Очень важно. Сначала тост. Сейчас попробуем. Красное вино сочетается с этим супом или не сочетается? Масло так вкусно пахнет, это оливковое. Вкусно. Очень вкусно. Такой уютный comfort food. Очень вкусный. Попробуйте. Рецепт напишу, то есть ингредиенты. Приблизительный рецепт. Все мы варим обед, супы. Приблизительно. И очень хорошо получается. Все, увидимся. О, подписывайтесь, не стесняйтесь. Буду очень благодарна.